Нормально проходит. Занимаюсь, вот бегаю, поднимаю тяжести. Многие думают, что я сюда приехал прохлаждаться, отдыхать. На самом деле, впереди еще долгая тяжелая подготовка. В основе моей подготовки лежит в основном подтягивание чисто физической выносливости. Поэтому я много бегаю по наклонной. Камни, кувалда, тяжести. Трудно. Первую неделю я вовсе умирал. Сейчас уже более-менее. Но впереди еще много адского труда. Я уже говорил, что к Локомотиву я нормально отношусь, с уважением. Я не знаю, что он себе там в голову вбил, но вот я готовлюсь всего лишь к трудному и тяжелому матчу. Не знаю. Матч покажет. Обещать ничего не буду. Противник принципиальный, поэтому я не к каждому матчу так готовлюсь. Не к каждому. Но вот данный матч я считаю, что стоит того. В Москву я вернусь, наверное, всего лишь за пару дней до боя. Здесь, как вы можете видеть, высокогорье. Поэтому здесь как бы готовиться тяжелее, но, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Легко не будет никому.